Привет всем, я Владимир Валович. Сейчас ехал в автобусе, я увидел, как работает настоящий кондуктор в автобусе. Не в маршрутке, а в автобусе. У нас была авария на трассе, нам нужно было объехать врезавшиеся машины, и нас не пропускали встречный транспорт. Тогда кондукторша взяла на себя роль организатора движения. Она сказала: «Так! Куда ты едешь? Коля, ехай давай! Чё они нас не пускают? Ехай! Чё ты мне показываешь? Ты себе так покажи! Коля, ну-ка открой дверь! Блядь, я им сейчас покажу! Я им сейчас, блядь, так поеду, нахуй! Открывай, открывай!» Вышла, перегородила трассу, нас пропустили, и мы поехали. Он говорит: «Куда ты едешь? Потому что там здесь всё! Поехали, поехали, Коля, поехали!» Неравнодушный человек. Нас пропустили, мы поехали. А так мы уже опаздывали. Спасибо таким людям. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего.